Украшения для женственного и мягкого образа. Романтичные нежные серьги, кольцо, подвеска из русского красного золота 585 пробы со вставками по аметисту размером 6 на 4 мм. Высота сережек 17 мм. Отличный выбор для любительниц ярких и насыщенных лиловых оттенков в украшениях. Астрологи считают, что аметист – это прекрасный вариант для знаков воздушных стихий – весов, водолеев, близнецов. Из-за отношения к стихии воздуха аметист положительно повлияет на тех, кто слишком занят земными заботами и забывает о духовном. Для представителей огненных знаков аметист полезен тем, что усмирит их вспыльчивость, гневливость и характерное для них нетерпение. Особенно это касается овнов. Им аметист просто необходим в периоды повышенной раздражительности. Но если при виде этих украшений ваша душа уже запела, то это самый верный знак, что эти украшения ваши, вне зависимости от расположения звезд. Заметные, объемные серьги в каплевидной форме и искусной инкрустации камнями выглядят элегантно и необычно. А это уже веский довод, чтобы добавить их в свою ювелирную коллекцию.